sorceress. Древняя империя Пардым была опустошена Ваклашем. Более сотни лет тому назад магическое разрушение завершило золотой век человечества. Эти величественные города исчезли. Эти могущественные мудрецы и поучительные саги забыты. Со времен Баклаша жизнь стала дешевой и покой недоступным. Другие расы выходили из своих опустошенных земель обитания и совершали набеги и поборы там и тогда, когда им нравилось. Оголенная цивилизация держалась, однако недавно произошел какой-то необычайный подъем в набегах и поборах гоблинов и круенов на нашей территории. Усиленная охрана и патрули установили границы, но хорошо скоординированная природа нападений несла большое зло. Оракл определил, что Рака, каменный гигант, несет ответственность за бесчестную резню в Тарискноле и организовал различные человеческие племена, и успешно развиваясь, расширяет свою территорию и сферу влияния. Для дальнейшего усиления угрозы Раки ему удалось восстановить замок Зефрона, древний летающий замок повелителей эльфов. Мы выяснили, что если он будет действовать быстро, то сможет скоординировать нападение, которое разрушит хрупкую стабильность королевства. Руны Земли — это ключ для нейтрализации замка, но их три части спрятаны в различных местах темного леса. Сердце — это один из трех артефактов, которые нам нужны, чтобы собрать земные руны, что позволит нам получить контроль над замком Зефрона. Эльфы — наши хорошие союзники и уже согласились одолжить нам сердце, чтобы мы смогли победить Раку. Вы встретитесь с моим коллегой-эльфом по имени Анзарин. Мы должны заново собрать части земных рун, затем использовать их как якорь для замка до того, как Рака сможет нанести вред. Добро пожаловать в Теланарин! Я Анзарин! Стендаль держал меня в курсе твоих дел, юный драконодав! Место, где мы храним сердце, позади меня! Иди за мной через мост, и я все покажу! Охраняем эту часть деревни. Теперь нам надо будет пройти через это здание. Иди вперед, открой дверь и входи. Я сейчас присоединюсь к тебе. Что это такое? Это святительный висп. Виспы — магические создания, живущие в совершенно другом измерении. Они могут появляться неожиданно в нашем мире, сделанные из легкого воздуха. Этот святительный висп подействует на тебя, если ты приблизишься и будешь считать тебя стоящим человеком. Надо попробовать. Ну надо же!
Это висп освещает тебя. По завершении каждой миссии ты сможешь улучшать навыки. За каждые 5 найденных виспов ты получишь дополнительные улучшения. Ты также должен искать целительных виспов, которые будут залечивать раны. Целительные виспы красного цвета, осветительные синего. Теперь давай я отведу тебя к сердцу. Это сюда. Подожди, что это там происходит? Это невозможно. Как они проникли в священное место? Я должен пойти предупредить остальных в деревне. Ты должен выследить тех моих круенов и посмотреть, в опасности ли сердце. Помогите! Я Девлар, хотя был только учеником хранителя. Боюсь, что не смогу тебе особенно помочь. Я знаю, что тебе нужен пароль, чтобы достать сердце с дерева. Ты должен найти Галамала, главного хранителя. Торопись, пока еще не поздно.
Пищу из человека! Человеческий дух снаружи! Пойди проверь! Ты нашел Голомала, я чувствую, что ты тот, кто должен защитить сердце. Но это здорово, потому-то я и здесь. Иди к дереву жизни и назови имя первой королевы эльфов Ишларана. Я желаю тебе удачи, но я вижу, что тебе судьбой преднаписано справиться с этим. Да, иди со мной и будешь в безопасности. Я постою здесь, не волнуйся за меня, друг, потому что я невидим для круенов. Теперь иди, тебе надо завершить важную работу. Наверняка им удалось теперь захватить ослабшего эльфа. Мы должны узнать секретное слово. Я хочу тебе что-то сказать. Умри. Ишларана.